Короче, мы покупались и пытаемся пойти пописывать, но нас отвлекает самолет. Ну, он тут трюки, конечно, делает очень красивые, интересные, там петли, истребитель. Показательное выступление от российской армии, да, стандарт вообще. Ничего нового, ничего интересного. Санины несет и полынью, нет, не да. полынью. Короче, сухими травами и саниной. Но среди мы этой санины, сачок, среди этой санины растут очень красивые цветы, я их заметила тут. Тут, кстати, большие улитки ползают, если что, я осторожно. Хех, уже наш тыща. Наш песен. Наш охранник. Кек. Кек. А мне, меня мне порезал краб. Тебе краб да, порезал. Да. Во, смотри, распушился. Паучил. Все, яд. Все, и мне пипец. Мне капец. Не доедем. Вот, вот такой паучело смог сделать вот такой вот. Ну надо же, а. Ветерок сейчас подул хорошо, а так жара лютая, мы на солнцепёке, в палатках, как в бане. Устрою с Антоном небольшую романтику. Да. Чилаут-зона. Чилаут-зона. Несите мне женщин. Мой шатёр. Только одну. Ну вот, собственно, палатки-то отличные, их тут очень много. Люди приезжают на сутки, люди приезжают на вечер. Все это очень замечательно, романтично и, возможно, душевно, но у русского кемпинга существует несколько своих особенностей. Воняет трупчиной, воняет говнищей. Еще люди пытаются разбить палатки больше у кустов, потому что есть тень, но, к сожалению, практически каждый куст – это общественный туалет, тут тянет дерьмом, тянет мочой, можно вляпаться и, в общем-то, разбивать палатку у туалета не камильфо. Вопрос на засыпку. Что мешало всем этим людям увезти мусор с собой? Как ты думаешь, Антон? Там через 1.5 километра 10 урн стоит больших. Контейнера специального для этого говна. Птичка тут крутая носится. Такая. Ну, птички с хохолками, кто не знает. Так, есть... птички с хохолками, и Крым. И такой вот здесь чик, рожочек маленький. Сколько шуток в голове? В том году вот здесь было высохшее озеро. А теперь здесь уже болото зарастает. Обалдеть, Маша тут училась водить машину. Есть. Папа вытащил все-таки погулять мне на набережную по Евпатории. Антон остался пить кофе с очень симпатичной девушкой баристой и заряжать технику. Он вот там вот все-таки сорвался на шаурму, цены здесь в 3-5 раз больше, но магазины вся Хелбудо остались как вот 8-10 лет назад. Очень много собак, шкидящихся в тени. Вот, жара нереальная, мне кажется, я умру. Вот, так что сейчас пойдем обратно и поломим до Севастополя. Покажу, что продают всякую лабуду, которая была много лет назад. Она осталась такая же. Во всей набережной стоят эти косички. Все девчонки в этих косичках поголовно плетут. Но, если честно, мне нравится. Прикольно. Почему бы и нет? Какао по-турецки, да, устали, да? Маршмеллоу нет, и можно еще маршмеллоу кинуть, вообще всяко вот. Да? Вот я, кстати, не рублю. Я сказал, что вот, кстати, я не рублю, а что это такое? Оно такое текучее, выснеженное. Душевно, только, наверное, размешан. Ну-ка, ну. Душевно. Хорошо. После шурмы еще самое целое. Она, кстати, трусит отчаянно. Я по собаке сужу. Это вот она гавкает, типа, охраняет, но она отчаянно трусит. Сидим, чилим, значит. Батёк забыл кошелек в машине, и мы идем. Сидим на обочине. Мы шли на рынок, почти дошли, вот 100 метров, да, вот поворот. Вот мы вот чуть-чуть раньше остановились, а он вспомнил, что кошелька нет. И мы сидим, ждем. 355 должна.
Своеобразный вкус. Ну, никак. Да. Ой, зла, Антон. Да вообще суп готов. Да? Да, и у тебя, и у меня. Заварили диетический супчик Машкин и сделали уже суп куриный с тунцом и вермишелью. Светика. Сейчас будем... Светаника? Светить сюда, светить сюда. Что, сломали? Нет, посмотрите. Ну, это же армейский. Светится же. Конечно. Там пока ничего не будет. И еще будем делать гречку с тушенкой. Гек ждет больше всех. В общем, добрались до Каменского. Уже, как обычно, темно, ехали, наверное, часа 3-4, ну так примерно. Пошли, значит, решили пойти поискать место, куда съехать. Думала, подожду их. Ну, придут сейчас через пару минут. Кинули меня в машине на трассе. Без собаки, без ключей, столько сверчки, я и ночь. И тут я труханула, тут я поняла, что, блин, напади кто на меня сейчас, я тупо не смогу ничего сделать. И не знал, как обороняться. Очень сильно испугалась, сидела, притаилась, как мышка. Думаю, что с ними убили? Обокрали. Не знаю, напали болотные монстры. Что еще? Блохи зажирали. Нету их. В итоге выходят, нашли место. Меня ж отпустило. Короче, достали меня все. Достали. Папа кушает в темноте. У нас кук. Да? Или кок? А как правильно, кук или кок? Кук — это кухня. Кукинг. А этот кок, наверное. Кок, конечно. Ой, ё-моё. Вот я чку. Повар на корабле. Порезался? Да нет, наверное. Я бронить же ничего? Да, кстати. Ну, на руке ничего нет. Это согнуть нужно. Первое, второе. А потом им еще арбуз будем резать. Нож удачный. Нож на всякий случай жизни. Мы тут просто увидели какую-то красную точку, достаточно крупную, и подумали, что, вероятно, это может быть какая-то планета. А может быть, Марс. Девочка увидела страшное, зеленое, серое. Говно. Кто ты? Спросила девочка. Я страшное зеленое говно. Я тебя съем. Нет, страшное зеленое говно. Я сама тебя съем, говорит. И съела говно. Прихрюкает, он голодный. У нас песик кушает голодный. Гешка. Оголодал парень, похудел. Не кушает на целый день. Щипит, не могу. Да ничего нет. Там. Ничего нет, а прям все щипит. Прям все вот здесь. Ага. Я прям нырнул и прям на нее вот так она мне шлепнула. Я прям выскакиваю, меня все щипать начинает. Мы сейчас на Азовском приехали ночью. Достаточно ветрено было. Хотели пойти искупаться. Не можем пойти искупаться. Море, вот Азовское, оно полно медуз, огромных просто. Просто таких вот коров, лошадей. Ну, папа, в принципе, среди них спокойно плавает, но он матерится, говорит, ужалит сильно. А мы с Антоном что-то не рискнули зайти. Да? Я утром нырнул, увидел, что там внутри медузы, и нырнул. А я зашла, посмотрела, увидела корову, сказала, катись оно все колесом, и пошла. А я, кстати, наконец-то смогла раздеться. Я так мечтала всю поездку, наконец, снять этот сраный лифчик от купальника. Я ненавижу купальники, я считаю, что нужно купаться голышом исключительно. Ну и, соответственно, если позволяет ситуация. Ты не даешь мертвого... Мне Антон дал мертвого краба. Я жду тот момент, когда люди придут к тому, что тело у всех одинаково, по большому счету, у всех есть сиси, писи и пиписи, и нет ничего плохого в том, чтобы загорать и купаться голышом. Это нормально, это естественно. Запомните,
одно дело быть с голыми половыми органами, а другое дело их использовать. Это разные вещи. Вот. Что это? Чайчи на пирог. Чайчи, да? А вон Чичичи охраняет наш лагерь. Чичичи! Чичичи! А ночью было теплее еще. Чичичи, Геша. Ночью было вообще, заходишь, там теплее, чем воздух. Меня вчера срубило. Да, я понял. Просто, я просто чувствую, что мне это... Во-первых, мне холодно что-то стало. Я залез с Чичичи вместе. Он там на кого-то поворчал еще, и мы с ним срубились. Ну, а заснуть я не мог. Знаешь, меня срубило, но я заснуть не мог долго. Потом, когда началось, ты знаешь, начался этот, там же палатка хлопает. Пирочек? Верхняя палатка, она хлопает. Ага. Я такой думаю, ёкалный бабай, неужели опять шторм начинается? Чего копаешь? Хочу до воды докопаться. Пресной. Или ямку себе. Гробик копаем. Могилку. Ура. Чаек буду туда взрывать. Что тут удивляться? Смотри, иголки, видишь, втыкаются в тапки. Да, в тапки даже втыкаются. Вот, посмотри. А ты ходишь в комнату без тапок. Поврежденная нога. Второй раз. Короче, сюда. У нас закончился газ, и мы решили ехать домой. Так что, ждите нас. Медузу вытащил. А вам слабо? Ну чего, прощаемся. Пока Азовская. Пока медузы, пока ручьи чайки. Мы, наверное, погнали.